первые стихи мне приснились. Случайно так вышло, какое-то четверостишье. Научиться бы жить, а не существовать. Тогда моя учительница сказала мне: «Варя, нужна какая-то тема». И как-то сразу вспомнилась Пинига. И я сразу начала писать стихи только о деревне, о своей, вот о Пинижье. Оказалось, что об одном и том же месте, об одних и тех же людях, о похожих пейзажах можно писать вот несколько лет и не всегда повторяться. Живем, говорю, это, ну, как сказать, дрова запасам, воду тоже, дорогу тоже делаем. А чего больше живем? Понравился нам жить хорошо, там привычны мы с малых лет живем. Вот этот 20 апреля рожался, сама роду прямая, все. У каждого жителя здешнего какая-то удивительная речь. Если ее расслышать, ее можно не услышать. Я слышу в ней какую-то такую мелодию, которую мне очень хочется не растерять. Я так за нее переживаю. Я же знаю, что эти люди редко выезжали за пределы вообще своего дома. Я же не могу их вывести куда-то, мне не под силу. Но их речь вывести в мир, может быть, когда-то и получится. А я приехал, поступил в установку, вот этот, на Путейский. Сначала на лодке ездил, три навигации, потом на катер мотористом работал, потом капитаном работал 25 лет. А я на печке сижу, похохатываю, каждый день 1000 рублей. Зарабатываю. Я не могу сказать, что я готова завтра взять и переехать в Кулагары. Не могу. Но жить там хочется. Хочется жить, пока есть такая возможность. Так ее может не быть. Завтра может произойти все, что угодно. И мы все не вечные, и дома, в конце концов. Но если есть шанс жить и не терять связь со своей землей, хочется это делать. И кажется, будто на севере не в землю уйдешь ты, не в землю, а под снегом на время укроешься и там водою домой останешься ниткой белою, в рубашке, платке или скатерти, побелкой на печке уляжешься, узором свернешь на огне. Что для меня север? Как это, знаете, один батюшка говорит, вот север, любил такие слова, так все расшифровывать, что ли, все вера. Как бы, да, здесь народ, если взять, начиная там Соловке, Кацину, даже на Новой Земле были монастыри. Вот я вообще не понимаю, если честно говоря, особенно в те времена, как они жили, как существовали. А так, ну, север для меня это родина, зима, конечно. Ну, особенно я же вам говорил, да, белые ночи. Это для меня, это вот, не знаю, это божий дар такой, вот, круглые сутки и светло, и птички поют, и комары жужжат. Больше всего кулагорцы боятся этого забвения, я это знаю. Но сила живая еще есть, чтобы это все дело возродить. Я вообще верю в живительную силу искусства. Я знаю, что можно обрести бессмертие. Пускай на наших глазах избы по-прежнему будут уходить в землю. Не всегда, не за каждым домом не уследишь, как бы мы ни хотели. Но если мы будем держаться вместе, к нам будут приезжать гости, они будут снимать кино, писать песни, петь их с нами. Мы будем писать книжки, стихи. Таким образом мы все вместе можем обрести бессмертие, но только вместе. Вот. Поэтому нужен праздник, поэтому нужно знать друг дружку в лицо. Иначе
набело жить не получится. И вообще жить не получится. Небо домов нестым гребнем гладит ласково кусты, и как тучки в синем небе по реке плывут плоты, вьется речка Пенега в северном просторе, над тобою Пенега, золотые зори, лес зеленый с позаранку к самой речке клонится. А живут там пенежанки, всем парням бессонница. Вьется речка Пенега в северном просторе, над тобою Пенега, золотые зори. Бьется речка Пенега в северном просторе, над тобою Пенега, золотые зори.